Любая недвижимость в Аликанте и рядом. Здравствуйте всем! Сергей Язовский с вами, риэлтор из Аликанте. Хочу вам показать последний репортаж о квартире, в которой мы выполнили очень большой ремонт. И сейчас вы все это сами лицезреете. А под видео будут ссылочки на то, как мы начинали это все. И я там пару репортажей снимал, как выглядело. Пошли смотреть. Итак, заходим в квартиру. Показываю вам, что здесь установлена новая абсолютно дверь. И ее пришлось для удобства перенести в другую сторону. То есть она открывалась вот сюда, направо. Пришлось купить новую. И понимаете, да? Все ради удобства. Что в этой квартире сделано? Поменена вся электропроводка, разрушены стены, значит, построены новые стены, разрушен санузел, установлены новые двери. И еще есть небольшие недоделки, но уже у нас много работы, очень я не доберусь сюда уже. Посмотрите, здесь не было, здесь вернее была стена вот до сюда. И было такое окно примитивное. А мы снесли низ и сделали все по-другому немножко. Здесь тоже были большие окна длинные. Они были убраны и установлено одно окно. Так захотел новый собственник. Положена полностью плитка. Это галерея, да? Здесь осталось еще только доделать шкаф один поставить. Но это уже хозяин сказал, сам сделает. Плитка новая, абсолютная, на полу, на стенах. Установлена стиральная машинка. Полочка деревянная. Новый котел электрический, потому что этаж высокий. И мы переживали, что давление может скакать воды. Поэтому на высоких этажах лучше, значит, ставить электрокотлы. Они не зависят. А газовые работают немножко иногда с перепадами. Здесь не было ничего. Это помещение входное, оно использовалось как комната. То есть не было вот этих стен. Стена шла только та. И вот этой стены тоже не было. Существовал маленький санузел. Его расширили. Увеличили площадь санузла. Была справа ванная. А здесь не помню уже что. И построена была такая стена, и повешена на нее дверь. Соответственно, тоже наверху гипсокартон, новые все светильники, все гипсокартоном. Почти все, да? Вот здесь кирпичная стена, и она гипсокартонена. Так, туточки у нас тоже сделан свет, двойной. И осталось только сделать стеллажи. Это у нас... Можно сказать так, платяной шкаф. Огромный такой платяной шкаф. Для белья, друзья. Так, выходим, да? Тоже нет смысла доснимать все это. Посмотрите, как двери сделаны. Очень достаточно аккуратно. И спасена площадь. Пошли далее. Далее проходим. Видим, у нас зал. Зал совмещенный с кухней американо. Так, если бы вы посмотрели видео, то поняли бы, какая здесь разруха была. Вот здесь была стена. Вот так. И вот здесь была стена, насколько я помню. И эта квартира состояла из трех комнат. Представляете себе? Кажется, ее площадь сейчас 55 квадратных метров. Так вот, она состояла из трех комнат. Вот такие вот у испанцев бывают квартиры. Она была куплена из-за террасы. Ну и ток хороший произошел очень, поэтому ее купили. Понятно, что вот эта часть в кухне была надстроена, чтобы разместить светильники. А в основном хозяин захотел, чтобы эта как бы территория кухни была отделена. Понимаете, да? Изменена была подводка воды, чтобы сделать эту кухню по-другому. Здесь еще надо вырезать под плиту.
И была проведена также вот в этой части вытяжка. Понятно, да? Она идет вот здесь, вот здесь, вот здесь и выходит туда. Далее. Здесь было окно. А здесь была дверь. То есть в ту галерею вход был отсюда. Дверь вырубили, окно заложили, с другой стороны заштукатурили, чтобы была единая площадь, единая стена. А здесь облагородили все и построили там стенку, и получился у нас спрятанный холодильник в нише. Да? Ну, компактно получилось, и большой холодильник очень вошел. Как размещено было здесь оборудование? Вот плита. Да, говорил уже, здесь надо только вырезать осталось. Посудомойка и умывальник. Вот такая получилась интересная кухонка. Очень стильно все достаточно. Посмотрите, вот эта часть может откидываться и служить продолжением типа кухонного стола. Да? Также хозяин еще хочет пару стульчиков там барных или три там докупить. Вот так. Уже он привез, хозяин, диван купил, он размещен в этой стороне, рядом. Раз я говорю сейчас о зале, тогда скажу, что еще здесь. Конечно же, везде новая электропроводка. Завтра будет установлен кондиционер, то есть еще не доделан, видите. И на этой стойке, вот справа, я еще не зашел в санузел, ее пришлось расширить, она была, ну, вот такой, да, и покрыть гипсокартоном, все закрыть. Ее пришлось увеличить для того, чтобы сюда вошли все кабеля, розетки, вот эти вот, для того, чтобы здесь повешать на круговом, на 180 градусов минимум подвесе телевизор. Понятно. Здесь тоже была стеночка какая-то, не помню уже. Тоже было. Не добрались еще заменить вот эти все двери на балкон. Хозяин хотел еще их расширить. Более широкие установить. Что в зале еще не закончено? Уже заказано и оплачено. В эту стену как раз входит и будет кровать откидная такая. Раз на пол сюда. Насколько я помню, на 135 шириной. Слева, справа будут проходы, а на самой стене будут, кровать будет прятаться в шкафчике. То есть такая вот как бы общая стена будет с различными полочками, шкафчиками. То, что мы получили от дизайнеров и производителей этой мебели, ну, очень красиво выглядит. Тоже я это уже показывать не буду, нет смысла в этом. У нас уже новые объекты, мы продали еще несколько квартир, только что под ремонт, я имею в виду. Продаем мы постоянно. Что осталось показать интересного? Как был преображен, значит, санузел? Я уже говорил, что он был продлен в ту часть, переделана стена. Значит, и перенесена вот здесь была ванна. А здесь сейчас у нас получается ванник, да? Вот такой вот. А я стою за мной эротическая душевая. Почему эротическая? Ну, потому что, смотрите, какая подсветка забацана была. И да, в этой душевой, конечно же, входит два человека совершенно спокойно. И чем они здесь будут заниматься под это освещение, даже мне неизвестно. Так, туалет был, находился вот здесь, в этой стороне, унитаз. Его перенесли сюда. Здесь подняли немного площадку для удобства, и чтобы не стекало. Ну и все сливы новые, все абсолютно. Ну и даже вентилятор, конечно же, установлен. Вот такая квартира, друзья. Что еще осталось доделать? Мелочи совершенно. Сейчас покажу еще на террасе, что будет изменено. Выхожу из этой, скажем так, почти люксовой квартиры. А, я еще не показал, как здесь свет включается. Вот где-то здесь включается. Вот здесь что-то еще. Да,
Здесь везде встроенные вот эти светильнички LED. Выхожу на террасу. Говорил, что квартира была приобретена ради вот этой великолепной террасы. Потому что сама по себе квартира, она не представляла большой ценности. А эта терраса на солнце, виды на зелень, парк, практически целый день солнца здесь. Ну вот, сейчас оно заходит правее немножко. Ну это, конечно, просто бомбище, да? И она не маленькая, она почти 20 метров квадратных. Здесь хозяин хочет вот эту плитку снять, переложить на более подходящую под общий дизайн интерьер квартиры. Потом здесь еще, может быть, он хочет застеклить даже все, чтобы все гармонировало, понимаете? Когда все это будет доделано, я не знаю, может через месяц, может следующим летом. Поэтому я не могу ждать, пока все это будет закончено, и снимать видео. Друзья, с вами был Сергей Язовский, риэлтор из Аликанте. Мой телефон +34, код страны Испании, 663-945-750. Мы продаем недвижимость, ремонтируем, ну, оформлять это понятно, оформляем ипотеки, управляем квартирами, сдаем в аренду. Мы делаем все, что связано рядом с недвижимостью. Обращайтесь к нам, пишите на email spaintoursobaka@gmail.com или на info@spaintour.tv. Сейчас запускаем второй сайт spaintour.es. И мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам подобрать объект и отремонтировать. Цены у нас доступные, поэтому у нас очень много работы. Ну, а наш основной девиз, как я уже говорил где-то, с нами надежно!